Эти встречи стали традиционными. Уже 3 созыва депутат встречается со старейшинами округа, чтобы из первых уст услышать о проблемах и отчитаться о проделанной работе. Оренбуржцев волнуют вопросы регулирования цен на продукты, оплате за капитальный ремонт и реализации закона о детях войны. Ветераны – это как особая категория, которая знает много, которая за плечами имеет гигантский опыт, может сравнить, может сделать вывод, может сделать замечание. Это тоже очень важно, потому что в современном времени у нас вместо замечаний и пожеланий порой звучит критика, совершенно непонятная о чем. Вот ветераны всегда были, есть конструктивная группа населения, и мне очень важно их мнение.